23 августа в селе Крайновка Кизлярского района прошло открытие нового пляжа на побережье Каспийского моря. Он полностью обустроен для комфортного досуга. Здесь есть надувная водная горка для детей, более 100 шезлонгов, стандартные и соломенные зонты, бунгало, кабины для переодевания, душевые и раздельные санузлы. Отметим, что в реализации проекта непосредственно принимал участие председатель правительства Республики Дагестан Абдулмуслимов и предприниматель Шамсудин Нурадинов. Премьер-министр также подчеркнул, что на Каспии есть все для комфортного отдыха. Широкая песчаная полоса, теплое море и довольно длинный пляжный сезон. Поэтому реализация таких проектов необходима для нашего региона. Кроме того, в следующем году планируется дальнейшее благоустройство территории.